4 октября во Дворце культуры «Спартак» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя. Слово для приветствия педагогов и воспитателей школьных и дошкольных учреждений было предоставлено главе города Зайнудину Акмазову. Вы выбрали непростую профессию, которая требует огромных душевных сил и времени. Благодаря профессионализму и терпению педагогов, любви к своему делу и детям, раскрываются и реализуются способности учеников. Минувший учебный год был завершен на достаточно высоких показателях. Это и золотые медалисты, и успешные общие показатели по результатам ЕГЭ и ОГЭ. Благодаря самоотверженному труду педагогов город получил более 40 медалистов отличников учебы. Все они в будущем, несомненно, проявят себя в деле созидания во благо города, республики и страны в целом. В официальной части мероприятия почетной грамотой и благодарностью Министерства по делам молодежи Республики Дагестан за вклад в развитие поискового движения и за активную деятельность по увековечиванию памяти защитников Отечества Республики Дагестан были отмечены глава города Зайнудин Акмазов и начальник управления образования Руслан Ибрагимов. Я от души хочу вас всех поздравить с этим праздником. И, конечно, это награды, которые, значит, нас отмечают здесь, это награда всех педагогов города, всех тех, кто сегодня занят в системе образования, и всех тех, кто обеспечивает работу системы образования, все коммунальные блоки, все правоохранительные органы, которые с нами работают в тесном контакте, и все те, которые обеспечивают сегодня нашу с вами деятельность. От души их тоже хочу поздравить с праздником. Далее первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов провел церемонию награждения отличившихся педагогов почетными грамотами. Награждается Атаева Джамиля Камалдинова. Награждается Атаева Асиль Анмаровна. От лица всего депутатского корпуса со словами поздравления в адрес всех учителей обратился заместитель председателя городского собрания депутатов Мирза Магомедов. Я искренне поздравляю вас от имени городского собрания, депутатов городского собрания, от себя, чтобы в вашей жизни побольше было таких светлых, хороших дней, чтобы вы все были живы, здоровы и могли воспитать наших детей. Спасибо. Член общественной палаты Зайбудин Амаров в своем выступлении поблагодарил педагогов за их неоценимый труд. Ведь благодаря мудрости и стараниям первого учителя происходит формирование каждого ребенка как личности. Именно педагог наполняет детей багажом знаний и отправляет их во взрослую жизнь. Учитель звучит гордо. Вы понимаете, учитель – это врач, который лечит не тело, а душу людей. Учитель – это артист. Учитель – это человек, который формирует нового человека. Вот. Душевное все. Дорогие друзья, я не побоюсь этого слова сказать, что учитель – это прослойка общества, самая умная, самая порядочная. Это кузница кадров. От вас все зависит, формирование человека. По завершении официальной части мероприятия для всех приглашенных педагогов творческим коллективом Дворца культуры «Спартак» при участии артистов Центра культуры и муниципального хореографического ансамбля «Эхо гор» была подготовлена концертная программа, которая включала в себя более 15 хореографических и вокальных выступлений. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».